Тем не менее, будьте уверены, невзирая на всю ценность педагогики и практической методики, формирование духовных лидеров — это процесс духовный. А значит, он характеризуется определенной духовной динамикой. Если посмотреть, как к развитию людей подходил Христос, обращает на себя внимание следующее. В 9 главе Евангелия от Матфея мы читаем о том, что к нему приходили толпы народа, ища помощи и исцеления. Видя эти толпы, Иисус сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Затем он обращается к своим ученикам с такими словами: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, ибо жатвы много, а делателей мало». Так что если вы скажете, что делателей у вас в церкви не хватает, Христу это будет понятно, как никому другому. У Него тоже было мало делателей. Но Он — Сын Божий. Ему ничего не стоило взмахнуть рукой и сотворить очередное чудо, даровав исцеление всем больным. Раз — и проблема решена, да? Я повелю, все выздоровеют, и я, наконец-то, отдохну, правильно? Иисус мог это сделать. Мог, но не сделал. Он хотел сделать причастными к этому своих учеников. Однако первое, что Он им повелевает — молите. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вместо того, чтобы жаловаться на их нехватку, молите, чтобы Господь ее восполнил. Но второе, Христос призывает учеников начать трудиться, тем самым отчасти становясь ответом на свои же молитвы. И все же начало это молитва, молитва о делателях. К их выбору тоже надо подходить молитвенно. И здесь давайте снова обратимся к примеру Христа. Евангелие от Луки, глава 6. В 12 стихе мы читаем: «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». И далее стих 13. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Христос выбрал всего 12 учеников, ключевых лидеров, но этому предшествовала целая ночь молитвы. И это еще раз подчеркивает ту мысль, что выбор служителей требует не только предшествующей молитвы, но и Божьего ведения относительно того, кого для чего избрать. Уделить всем одинаковое внимание Христос просто не мог. Порой, когда в церкви пасторы и основатели объявляют о том, что они хотели бы сосредоточиться на обучении будущих лидеров, которые впоследствии поведут общину дальше, прихожане недоумевают. Как же так? Разве вы не должны печься обо всей пастве одинаково? На каком основании вы их выделяете? Получается, что они особенные, а мы нет. Пастор должен уделять равное внимание всем. Такое недовольство вполне понятно. Но библейски неоправданно. За Христом ходили толпы народа. У Него было 70 учеников, потом 12, и в определенный момент Он избрал Петра, Иакова и Иоанна. Вот такой узкий круг, вот такое исключение. Таким образом, Сам Христос был избирательным, Он служил многим, но учил лишь некоторых. На это следует ориентироваться и нам с вами, а своим общинам объяснить, что уделять больше внимания и времени, посвященным христианам, будущим лидерам церкви, вы будете на том основании, что так поступал Иисус. Дальше вам предстоит таких людей выявить, наиболее верных, одаренных и обучаемых. Об этом мы читаем во втором стихе второй главы второго послания к Тимофею. Павел пишет: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Смотрите, здесь упоминается несколько поколений. То, что слышал от меня, то есть от Павла, далее кто слышал? Тимофей. Передать кому? Верным людям, которые научат других, даже не три, а четыре поколения. Павел, Тимофей, верные люди и другие, которых они научат.
Ключевые слова здесь — верный, то есть надежный и способный, то есть одаренный, надежный и способный научиться и научить. Порой люди могут быть надежными, но не способными к учению, плохо усваивающими предмет или не желающими делать это, поскольку уверены, что они и так все знают. Останавливать свой выбор на таком человеке и взращивать его как церковного лидера вы вряд ли станете. Лично я в подобном выборе руководствуюсь названными критериями апостола Павла. Порой в своем выборе мы тяготеем к людям высокообразованным, успешным в бизнесе или каком-то другом деле, что вполне объяснимо. Однако библейские требования к кандидату могут быть иными. Но ими мы и должны руководствоваться. В практике моего служения было, например, такое, что потенциального лидера я видел новообращенным. Да, он пока еще не созрел и не окреп в вере, но демонстрирует прекрасный потенциал. Он умеет принимать верные решения уже в начале своего христианского пути, умеет проявлять посвященность, способность и желание учиться. Помните, мы подчеркивали важность сохранения верности в малом. Возможно, вести библейские занятия или проповедовать этот человек еще не готов, но раз за разом он приходит, расставляет стулья, сам садится и слушает, и делает это с завидным постоянством. Такая посвященность заставляет присмотреться к этому человеку и попытаться увидеть, в чем он одарен. Мне вспоминается один такой прихожанин в одной из наших церквей, исключительно верный, во многом исключительно одаренный, исключительно способный как ученик, но, увы, не как учитель. Я во многом помог развить ему способности, и он действительно стал лидером, но не учителем. В этой роли он чувствовал себя крайне дискомфортно, и это не страшно, не все обладают таким даром. А принуждать человека к служению, в котором он не одарен, неразумно и неправильно. Итак, повторю еще раз, верность, одаренность, способность к учению. Дальше. Следует молиться о том, чтобы потенциальные лидеры росли и развивались. Не просто о том, чтобы они усваивали нужный материал, и не просто об эффективности наших методик и программ преподавания. Надо продолжать молиться об этих людях в целом, как это делал апостол Павел, пример которого я снова хочу вам привести. Его служение наглядно отражает необходимость молитвы за будущих лидеров. Помните, Иисус говорил Петру: «Се, сатана просил, чтобы сеять в вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя». Похожие молитвы звучат из уст апостола Павла. Они всегда актуальны в отношении и наших общин, и в особенности наших духовных лидеров. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Не стоит забывать, что нам следует воспитывать лидеров, готовых послужить. Сам заголовок «Формирование лидеров» таит в себе определенную опасность. Мне хотелось бы сместить акцент на формировании именно служителей. О лидерах-служителях говорит сам Христос в 20 главе Евангелия от Матфея. Позвольте зачитать вам стихи с 24 по 28. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот оно, классическое определение руководства, основанного на служении. Лидер не тот, кто пользуется властью и осуществляет контроль над людьми. Это тот, кто расширяет их права и возможности. Мы уже неоднократно говорили о культурной обусловленности, понятии «хороший руководитель».
где-то более приемлем авторитарный стиль руководства, где-то демократический. Но я убежден, что лидер-служитель не тот, кто, подобно рабу, выполняет тяжелую и грязную работу и не пользуется данной ему Богом властью. Пользуется. Но с какой целью? С целью содействия развитию и расширения прав и возможностей своих прихожан. И в этом вся суть. Христианское руководство — это всегда руководство в интересах роста и развития других христиан, а не в собственных эгоистических интересах. Такой подход вполне согласуется с мыслью о необходимости постепенной передачи полномочий в служении. Стремление все контролировать контрпродуктивно. Следить и направлять — да. Целиком контролировать и выставлять себя незаменимым служителем — нет. Лидеры-служители вырастают из служителей. По-моему, опасно говорить человеку следующее. «Мне кажется, у вас есть задатки лидера, так что давайте-ка их развивать и приступайте к руководству». Как в этом случае начнет рассуждать человек? Не исключено, что примерно так. «А я неплох» или «А я неплоха». «Во мне видят лидера». «Видимо, я достойнее остальных». Так? «Мне руководящая роль светит, а им нет». Вот так у человека может сформироваться не самое здоровое самовосприятие. Поэтому лично я делаю акцент на воспитании кого-то не столько лидером церкви, сколько служителем. И когда такой человек находится, какими бы задатками он ни обладал, душепопечителя, учителя, лидера служения, самое главное — помочь ему стать более посвященным служителем. Мой опыт показывает, что, воспитывая лидера, рискуешь получить раздутое эго, а вот воспитывая служителя, имеешь шансы получить достойного лидера. Лидера-служителя. Именно они нам нужны, именно они и будут взращивать новое поколение служителей. Вам же предстоит таких людей выявить. Посмотрите, кто в дальнейшем будет способен повести за собой личным примером человеческих качеств, слов и дел, кто сможет проявлять большую посвященность, большую жертвенность, большую одаренность, большую способность к росту и развитию. Находите их, взращивайте их, вкладывайте в них силы и время. Итак, повторюсь, я предпочитаю говорить прежде всего о воспитании служителей, а уже из них — церковных лидеров. Джордж Петерсон. Об этом человеке я уже упоминал ранее, когда рассказывал о его служении в Гондурасе по обучению лидеров церквей в рамках программы выездных богословских курсов. Благодаря этому там появилось порядка 100 новых общин. Так вот, он пишет: «Остерегайтесь традиционных целей образования, которые направлены на формирование отдельного человека. Библейское образование должно быть нацелено на формирование церкви». Глубокая мысль, не так ли? Особенно для западного мира с его индивидуализмом. Мы вкладываем в человека. Я потрачу время и силы лично на тебя, и лично тебе помогу развить нужные качества. И само по себе это неплохо, но если мы почитаем Библию внимательно, например, 1 Коринфянам 12, то увидим, что духовные дары даются нам для созидания тела Христова. Кстати, здесь апостол как раз и говорит о недопустимости попечения членов тела только о самих себе. Это неверное понимание. Дары даны не для вашего личного развития и самоутверждения. Цель не в этом. Цель в созидании духовного тела Христова, для взаимного попечения его членов друг о друге. Так вот, мне кажется, что Петерсон говорит о следующем. Обучайте людей. Способствуйте их росту и развитию так, чтобы они на деле служили цели созидания тела Христова, а не только ради личного формирования. А это, в свою очередь, неразрывно связано с непосредственно практикой служения. То есть, понимаете, вы не выделяете человека из церковной общины для того, чтобы сделать из него лидера, а потом уже готового лидера поставить на служение, хотя при традиционных формах богословского образования так и получается. Мы вырываем христианина из общины, из его привычного контекста служения,
и помещаем его в богословское учебное заведение, где он учится некоторое количество лет и, предположительно, формируется как лидер, правильно? Который потом возвращается в свою общину. Конечно, я несколько утрирую. В большинстве семинарий теоретические курсы идут параллельно с практическим служением, но в целом такая модель малопродуктивна. И это еще больше заставляет стремиться к тому, чтобы формирование лидеров церкви было напрямую связано с формированием церкви в целом. Наша цель — формирование не отдельного христианина, не отдельно взятого служителя, а всей общины, всего тела Христова. Поэтому и способы обучения должны отвечать реальным потребностям, ориентироваться на реальных, а не гипотетических людей и актуальные вопросы церкви и ее практического служения. Мне такой подход представляется здравым и продуктивным. И еще один момент, связанный с понятием лидерства. Есть такая поговорка: «Учи тому, что знаешь, порождай то, что из себя представляешь». Разницу чувствуете? «Учи тому, что знаешь». Знания можно просто передать, а вот порождаем мы нечто себе подобное. Простой передачей информации здесь не обойтись. Да, чему-то научить можно, но воспитание лидеров-служителей требует от нас, чтобы таковыми были мы сами. Дела говорят красноречивее слов. Сопоставив то, чему я учусь, с тем, как я живу, человек поймет, насколько первое воплощается во втором. Личностные качества благодаря одному лишь знанию Библии не появляются. Мы учимся на живых примерах того, как люди служат и как на деле являют окружающим любовь Иисуса Христа. Иначе говоря, они смотрят на нас, как мы есть. Вот почему учителю, который занимается формированием других людей, развитием у них качеств ученика и служителя Христова, так важно непрестанно вникать в себя и делать все, чтобы его слова не расходились с делами. Еще одно замечание, связанное с тезисом о значимости личного примера в подготовке служителей. Апостол Павел призывает нас: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Вот такое высокое призвание. Призвание к следованию за Христом, уподоблению Ему, чтобы другие подражали сформированным во мне Христовым качеством. Вот такая мысль по поводу лидеров-служителей. А у нас вопрос. Мы наблюдаем, что зачастую на наши церкви и стили церковного руководства оказывает влияние культура, в которой мы живем. Мы говорили о руководстве как служении, где пастор берет на себя роль слуги. Скажите, как определить, соблюдаем ли мы как лидеры этот принцип? И как перейти от авторитарного стиля управления к стилю служения? Вы знаете, мне кажется, стилей руководства, которые Бог может благословить, довольно много. Но наряду с этим определенные качества руководителя Писание нам все-таки дает. Поэтому первое, что я бы порекомендовал, обратитесь к Библии. Порой выраженные лидерские качества проявляет апостол Павел. Посмотрите, как он наставляет церкви и каких перемен ждет от верующих. Он выступает как сильный, эффективный руководитель. При этом он руководствуется исключительно интересами церкви, а не желанием показать себя и противопоставить себя остальным как человека более одаренного или защититься в случае опасности. Главное для Павла — Евангелие. Итак, повторюсь, я бы посоветовал изучать Священное Писание на предмет того, как библейские лидеры, будь то Моисей, Павел или сам Иисус, пользовались своей властью. Правильно или неправильно. Отрицательные примеры в Библии тоже есть. Итак, исследуйте Писание и молитесь о том, чтобы Бог помогал вам подходить к руководству с позиции служителя,
с должным смирением. Мне кажется, что кротость, смирение в данном случае один из ключевых факторов. И еще, многие руководители испытывают страх. Они боятся того, что стоит им ослабить контроль, немного ослабить бразды правления, как тут же наступят неразбериха и хаос. Но страх этот далеко не всегда оправдан. Да, нежелательная динамика развития, конечно, требует решительных мер, но постоянного беспокойства быть не должно. Иногда за ним стоит не столько боязнь хаоса, сколько раздутое эго руководителя. Надо учиться доверять Богу, замечать Его действия в жизни людей и способствовать их дальнейшему росту и развитию. Вот об этом надо молиться. Вы задали хороший вопрос, но каждая община в своей культурной среде должна ответить на него самостоятельно. Мне, как человеку внешнему, сделать это трудно. Одно поможет наверняка. Исследуйте Писание и молитесь о Божьем водительстве и Божьей помощи. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.